баночки пластиковые. Так, цена не вижу. Вот есть баночки поменьше и есть побольше. А вот еще совсем маленькие, посмотрите. Совсем малышки. Размер не вижу, честно скажу вам. И баночки 7-7. Здесь размер вижу. Крышка хорошо закрывается. Организовать на кухне продукты очень удобно. Затем нашла кружку. 7-7 рублей. Для хранения различных продуктов, какие вы хотите. А вот еще мне понравился вот такой вот органайзер. 77 рублей стоит. В мятном цвете. В розовом и желтом. $55 органайзер. Меньше его. Вот смотрите, насколько меньше. Здесь же стоят органайзеры для шашлыка по 199 рублей с крышками. Крышки у нас только в одном цвете, бордовые. Здесь принт шашлыка, картошечки, овощи. Для хранения круп такие вот органайзеры. 99 рублей, и с двух сторон у них защелка. С одной стороны и с другой стороны. Также у нас привезли органайзеры, очень много органайзеров. В этот раз привезли вот прозрачные. Прям прозрачные. И в зеленом цвете сейчас я достану. Он больше не зеленый, он больше салатовый. На 1,4 литра. Клипсы. Клипсы хорошо застегиваются. И в синем цвете. Синий цвет, девочки, очень симпатичный. А также можно собрать набор. Такая вот кружка с ложечкой. Зеленый и, знаете, такой, он не розовый цвет. Он больше, наверное, нежно-оранжевый. Здесь сахарницу. Можно под сахарницу использовать. И чайники. Чайники у нас French Press 600 миллилитров. Цвета очень приятные. Ручка стеклянная, сам он стеклянный. Но при покупке надо опять смотреть качество. Попадаются немного бракованные. Затем стаканы. Летом для соков, воды. Стаканы 245 миллилитров, 55 рублей. Красивые. Вулканичные. Затем стакан 250 миллилитров, 27 рублей. Вначале я вам показывала кружка с трубочкой. Морская тематика. Трубочки у всех разного цвета, 77 рублей. А также у нас бокалы, вернее фужеры. 99 рублей. И фужеры под шампанское. Красивые. Тоже 99 рублей. В новинке у нас бокалы под вино. 77 рублей. 250 миллилитров. Фирма Luminarc. Очень приятные тарелочки. 55 рублей. Качество хорошее. Цвета нежные. И в набор можно подобрать пиалы такого же цвета, с таким же рисунком. Также по желанию покупателей привезли вот такие вот графины. Не графины, а кувшины, правильно сказать. Но один минус, они без крышки. Цена 199 рублей, крышка должна быть обязательно.
набор форм 50 рублей. Набор форм 50 рублей от фирмы Kitchen. Также форма Забава для выпечки пирогов, тортов, возможно. 199 рублей стоит. Форма. Набор для выпечки от фирмы Kitchen. Упаковано хорошо. Стоит 55 рублей. Затем нам привезли кокотник. В прошлом году они были. 50 рублей кокотник. А еще у нас в новинке корзины. Корзины для хранения фруктов. Сейчас соберу, вам покажу. Вот такая вот корзина. Она сделана в виде груши, яблока с хвостиком и лепесточком. Красные и синие цвета. Положить сюда уже чистые фрукты, мне кажется, будет замечательно и по дизайну, и по ни мухи, ни мошки, ни пыль не залетит. Удобно. Еще у нас банка. Банка 275 миллилитров в форме мишки. 55 рублей. Шляпки у этих мишек желтые. Только все в желтом цвете. Но очень приятные. Сюда можно положить как джем, варенье, мед. Стекло. Стекло. Очень приятно, что стекло. Бутылки для воды. Они полупрозрачные, 99 рублей с дозатором. Можно закрыть, открыть, защелкивается хорошо. Цвета у нас розовые, оранжевые, желтые, но они все полупрозрачные. А еще у нас вот такая красивая вещь. Я не знаю, как она называется, но это бутылка с мерной сеткой. С ручкой и с хорошо закрывающейся пробкой, колпачком. Материал сейчас посмотрю, что за материал. Материал, девочки, пластик. Также различные кружки. Еще даже с Нового года остались. В новинке у нас появились щетки для уборки. Но опять же, в такой приятной весенней расцветке мятно. Щетинки хорошие. В меру жесткие, в меру мягкие. Мятно с черным. И также есть в розовом цвете с черным. Пластик хороший, без заусенцев и ручки. Тон щеткам. 199 рублей. Также для уборки совочки. Цены не вижу, наверное, 55. Перчатки также для уборки хозяйственные 55. Новые у нас салфетки от Bonhomme. Также мятный цвет. По-видимому, он тренд сезона. Розовых нет. Но мятный тоже хорошо. Можно в мятном цвете обустроить кухню. Очень симпатично будет. Также полочки. Они были уже давно. Вот такие вот черные у нас привезли. А вот я нашла веревку. За 99 рублей веревка хозяйственная. Я вам вначале ее показывала, но цвет был другой. И в красном цвете по 77, в белом по 55 и по 55 есть вот такой вот цвет. Извиняюсь за посторонние шумы. Цвет бронзы. 15 метров. Мочалки различные. 77, 55.
И у нас, смотрю, привезли еще одну новиночку. Коврики. Коврик для ванны. 40 на 60. Такой мохнатенький, как травка. В темно-темно-коричневом цвете. Ну и давайте посмотрим, что у нас в отделе бытовой химии. Средства для стирки 99 рублей. Пемос. Персил 77 рублей. Белизна. Вещь хорошая. 27 рублей. Лоск. Средство для стирки. Подорожал. 199 рублей. Средство для стирки за 199 рублей. Нет, обманула. За 99 рублей. 99, девочки. Ленор. 1 литр 99 рублей. Также появилось, что это у нас кондиционер новенький. Не видела я такой. 55 рублей кондиционер. 1,4 литра. В мягкой упаковке. Защита для стиральных машин 55 рублей. Биолан 27 рублей. Затем у нас что здесь? Пемолюкс 55 рублей. А вот опять же новинка. Гель 99 рублей. Замечательный гель Homestar для очистки труб. Нужно иногда делать профилактику, очищать трубы. Средства для ванн 55 рублей. Санита 55. За 55 средства для стекол и зеркал. Средства для мытья полов 99. Чистин для мытья полов 55. И различные зубные пасты. Покажу вам, не называя все, потому что здесь очень-очень много. Но хочу сказать, что вот лесной бальзам классный. Он обычный, простой, но хороший. Одноразовые пеленки 60 на 40, 55. Крем для рук 55. Нежный 55. Крем для рук. Крем для рук. Целебные травы с дозатором. Гель для душа 55 рублей. Различное мыло, мое любимое мыло. Аромат сирени 55 рублей. Кто любит принимать ванну с солью, крымская соль 55 рублей. Шампунь Шаума Шварцкоп 99 рублей. Ну и на этом я вас с вами прощаюсь. Пока-пока. А с вами была, ну, конечно же, Светлана. Шампунь с дозатором. По цене не вижу. Наверное, 99. Подписываемся, чтобы лучше знать и больше знать о моих покупках и об обзорах в магазине FixPrice.